Как можете заметить, статус у меня игрок, и ник у меня 100 кейсов с донатом. Ну и пока что у меня 0 ключей от доната. Кстати, сегодня со мной руда, поздоровайся. Всем приветик. Сегодня мы будем давать себе донат кейсы с помощью убийств. За голову мы будем выдавать себе 1 кейс, за кистардера 3 кейса, за алмазку 5 кейсов и так далее. И суть этого видеоролика заключается в том, кто получит больше доната, тот выиграет этот ролик. Ну и выиграет там что-нибудь, потом придумаем. Пока что у нас статус игрок, поэтому нам нужно сейчас совершить какое-либо убийство, поэтому, Саня, ты готов? Готов. Отлично. Да, прописывай уант, погнали сразу на вар ПВП, потому что там у нас, ну, обитает много, как бы, голеньких. Вар ПВП, хорошо, я на вар ПВП. Все, бежим в кабинку. У меня есть гениальная идея. Залетай в кабинку. Давай, давай, залетаем. И сейчас будем между собой пэкаться, потому что... Ты что меня сливаешь-то? Все, красавчик, ты меня слил. Теперь мы выдаем себе по одному кейсу, и это будет как бы стартовый донат. Я уже нахожусь на сайте Арис Майна, и давайте немножечко спустимся вниз, чтобы купить 3 ключа. Блин, Саня, тут только 3 ключа. Ну ладно, сейчас будет магия. Вводим никнейм, почту рандомно указываем и нажимаем сюда, и российская карта. Оплатить. Все, let's go. Что ж, только что мы купили себе по одному кейсу с донатом, и теперь просто немножечко расходимся. Это твой кейс, это мой кейс. Я что ж, давай, что так быстро, блин, я даже... Аристократ, гидра. Гидра, нет. Да, красавчики, вот так вот и надо, чтобы у всех одинаково. Все, я беру набор гидры, я взял. Точняк, можно набор гидры взять. Отлично, все, у нас есть по алмазке, можем повторить. Как бы эксперименты тоже, ты как бы друг друга просто убить. Но давай поступим немного умнее. ПВПС прописываем и просто ждем противника. Ну я сейчас пропишусь с тобой, поэтому я не буду прописывать. Не, чё, можешь, попробуй. Ну хорошо, как скажешь. Опа, на, смотри, с кем ПВП. Вот сейчас как раз это ПВП с ютубером. Вот кто сильнее будет, тот и... Что уже, мало сердечков, да? Да, у тебя вон как ты... Давай, один на один, ПВП против ютубера. И как бы, ну Саня, по-моему, тут я выиграл. Да что сделал? Все, плюс просто кистарт. Ой, кистарт, алмазочка, извиняюсь. Кто-то купил привилегию ход. Ничего себе, это секретная, ребята, привилегия на сервере Арис Майн. Она в ограниченном тираже, поэтому покупайте, пока не поздно. Так, ладно, я телепортируюсь домой. И теперь у нас, по идее, как, сколько? 5 кейсов, Саня, 5 кейсов. Да вообще. Так вот, я уже зашел на сайт Арис Майна. Спускаемся чуть-чуть вниз. И вот здесь вот 5 ключей с донатом. Нажимаем сюда, российская карта, и оплачиваем Сане. Так вот, мы уже себе купили по 5 кейсов с донатом. И, в принципе, все, начинаем открытие кейсов. И, Саня, как ты думаешь, что тебе дропнется? Первый кейс. Ну ладно, нет, тритон. Нет, гидра. Давай еще раз. У нас еще есть 4 попытки, поэтому, в принципе, шансы есть. Феникс! Не туда! Мне надо было! Мне, не тому, мне, почему ему? Все, Саня, у тебя только гидры выпадают. Кстати, центр, парни, если вы, допустим, выпадаете там аристократ, да, а потом крутите еще один кейс и вам выпадает гидра, то у вас. Все, вот так, все уже пофиг. Короче, если у вас аристократ выпал, а потом вы крутите еще один кейс и вам выпадает гидра, то у вас остается аристократ. Так что не бойтесь крутить кейсы. У меня, кстати, остается один кейс и, пожалуйста, хоть бы. Я тебя убью, если панда. Фух. Так, ладно, ты пока что меня превосходишь на сколько? На одну привилегию, правильно, да? Верно. ППС. Все. Все, отлично. Так, Клер, прописываю. Быстренько набор Феникса беру. Отлично. И в принципе все. ППС снова. Да ладно. Да ты дебилюри, ты горючий. Нет, Саня, нет. Саня, оуда, Саня, руда, оуда, пум-пум-пум-пум-пум. Попади хотя бы. Красава. Примите репортацию. Короче, ребята, если что, это не считалось. В смысле, а где мои ресы, Саня? Так я не знаю, вроде очистились. Какие очистились ты подобрал? Ты пахнешь нахуй хом. Давай. Я их забрал просто, бро. На. Я думаю, ребята, то, что это уже немножечко нечестно, поэтому давайте мы сейчас будем искать какого-то челика и его уже убивать. У меня нет права, чтобы телепортироваться около игроков. Блин, подожди, то есть я только могу сделать... А, безопасное место. Черт, да ПВПС. Да блин, нет! Что такое, Саня? Я только нажимаю ПВПС, и такой, ну тогда ПВПС. Тебе не хватает всего лишь одного доната до Кроноса, чтобы телепортироваться возле игроков. Блин, ты задолбал, Саня, чего тебе не выпал Кронос? Я не знаю, я жду, когда тебе попадется кто-нибудь. Подожди, так, Саня, подожди, ты заметил то, что мы на 6-м грифе? Да. Давай, короче, перейдем сейчас на 2-й, у нас, в принципе, есть донат, позволяет, так сказать, и наши ресурсы сохраняются на 2-м грифе. То есть, грубо говоря, это межсервисность, поэтому, ребята, только есть на Арисмайне, заходите на Арисмайн. Давай, нашел, давай. Прямая, Саня, где? Да, блин. Ты гений, Саня. Посмотри. Да.
Что происходит вообще? Ну ты лох, конечно. Ну конечно, ты меня не смехнул, еще так я еще и лох, ну да. Главное, ТП, 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 нашел кого-то! И в итоге хотел скинуть, красавчик. Да это пранк. Ну да, пранк песни. Если бы хотел, я встал бы прям рядом. Ну ППС. Ну ППС, погнали. О, что такое, Александр? Сказал, что я ППС прописал. О, возле вас телевизор. Доброе утро, девочки. Беги, беги, Саня, там назрищик, назрищик, беги, Саня. К нему? Конечно, к нему, Саня, конечно. Хорошо. Молодец, беги тогда. Подожди, я могу ливнуть. Я могу ливнуть. Спаун. Спаун. Давай, давай, давай. Да! Да, все, ливнул, найс. У меня нет поблизости никого. ОПС! Да ты задолбал, Саня, не прописывай, все. Я сказал, что я нажимаю ПФ. О, опять, опять. Ааа! Жмут, жмут! Ну все, Саня, сам выкарабкивайся. Не, слушай, он вообще лютый какой-то. Стой, не мне, дай КД, ты КД не давай мне. Давай, Саня, просто убегаем. Классно, Гриффиншоу у нас получилось, слушай. Мне прям очень нравится. Все, я на спаун, до свидания, Саня. А как? А все, вот так вот. Я пока ПВПС пропишу, пока тебя там убивают. Только не прописывай, не прописывай ПВПС. Что, ПВП? Ладно, ладно, я жду, встаю. Короче, есть вариант просто пойти сейчас в кабинке. О, ко мне что зашел, забивается. Блин, я не ожидал то, что у него есть зелье силы. Саня, ну если что, если я сейчас его выиграю, то это плюс донат кейсы, поэтому... Давай, болей за меня, Саня, давай, давай, поддержку. Я вижу, давай. Ой, ну ты вообще что-то сейчас прострешь, мне кажется. Спасибо, Саня, поддержка на высшем уровне. По фактам, что по фактам, надо поддерживать. Типа, все, ты сейчас выиграешь, ты сейчас выиграешь. Я не могу туда зайти. Ладно, ты сейчас выиграешь, давай, ты сейчас выиграешь, давай. Во, вот это просто подбадривает хорошо, чтобы просто слиться. Выиграй. Ну, что ты? Да он с читами был. Ты что, не видел, что ли? Ну, короче, Саня, мне кажется, то, что нужно поделить твой кит. Ты так не думаешь? Нет. Я так думаю, мне, потому что вообще ничего нету. Не думаю. Ну, тогда я с Ванда побегаю. Короче, давай сейчас просто убьем рандомного челика. Буквально, ну, голенького. Потому что не обязательно алмазик убивать. Саня, ты умер? Что с тобой? Так, ладно, пока Саня умирает, мне находит кого-то челика! Ребята, сейчас есть шанс получить халявный донат кейс, поэтому мы его просто комбим и... Давай, последний удар. Сюда, нет, последний удар. Ребята, последний удар и... Где он? А, все, я его убил. Понял, нормально. Поздравляю, Фриз, ты красавчик. Спасибо, а где ты был? Я тебе ресы пытался скинуть. Короче, сейчас иди на 6-й гриф. У меня КД пропадет, я тоже на 6-й пойду. Но надо сейчас нам один кейс купить. Один? Да, я убил голенького. Все, я готов. Все, погнали, раз, два, три, крутим и... Хотя, что спрашивать? Все, у тебя гидра. И у меня тоже гидра. Я прям как знал. Отлично. На, ладно, штаны и вот это. О, спасибо. А можешь дать топор какой-нибудь? Так, я себе дал топор какой-нибудь. ПВПС. Нет. Да ё-моё. Мы этот ролик будем записывать до вечера, до ночи. Ну, если мы оба по ПВПС прописываем, то да. У тебя будет называться видео троллинг ютубера. Нет, правда. Я не троллю. Я помню, как ты меня это затроллил шаром этим на спауне. Ой, это не я, Фриз. Ну это там, это не я. ППС, я прописываю, или ты? Давай, прописывай по ППС. А я пока поищу просто на РТП челика. О, Камичел телепортируется, ТПУС. Алмазик, Саня, телепортируйся, фастом. Давай, ТПУС, все, телепортировал, смотри. Все, давай. Здесь еще голенький. Все, минус. Какая разница, тимится, не тимится, Саня, нам нужно его слить. Я не понял, почему. У него 6 хп, Саня, 6 хп, давай. Меня слили. Все, я его слил. Красава, что это была за бронь? Защита 4, шипы 2, что? Реально. Чё? Ты врёшь. Очень лютый. Защита 1, нет, вот нагрудник защита 4, вот прям на видео видно. А другое защита 1, понял? Подожди, за чаренного алмазика 10 кейсов и за голенького 1. Получается, даем по 11 кейсов друг другу? Видимо. Фристок, бежит какой-то еще лютейший донатер просто какой-то. Я потерял один шлем, короче, из-за этого донатера, но я думаю, это не страшно. Там просто кто-то на РТП меня нашел, но я ливнул сразу. Все, красава, заходи на 6-й мир. Так, тебе скинуть рез или что вообще делать? Подожди, сначала давай выдадим себе по 11 кейсов и погнали крутить. Раз, два, три, погнали, крутим. У нас здесь 11 буквально попыток, чтобы выбить Ариса, поэтому... Гидра. Да, идеально. Еще должно, пожалуйста. Да что такое, гидра только выпадает, что за бред? Уже два раза подряд гидра. Сейчас давай, Фобос, давай, смотри, давай, Фобос, давай. Пандар, Цербер, ура! У меня будет Цербер. Смотри, оп, гидра и три... Ну, блин. У нас еще есть 7 попыток. Нет, Саня, тише, не надо. Ладно, гидра, хорошо. Вот, как раз гидра нам выпадает. Может, надо? Если сейчас аристократ выпадает. Не. Если сейчас аристократ... Ну, ладно, мне тоже гидра. Еще 5 попыток. 5. Ну ладно. Ну, все равно по гидре выпало. Все, 4 попытки, давай. А, пожалуйста, аристократ, гидра, цербер. Да что такое, блин, где нормальные донаты? Алло. Вот бывает то, что вот выпадает сразу пандар, а бывает то, что выпадает сразу гидра. Давай, Саня, что тебе дропнется? Вот просто. Я не знаю. Пандар, да почему у тебя пандар дропается постоянно? Три раза, наверное, он, кстати, дропнулся по факту. У меня вообще ничего не дропается, просто какая-то гидра. Смотри, снова. О, феникс. А, у меня и был феникс. Да че? Последняя попытка, ладно. Все, последняя попытка. Пандар, пожалуйста, пандар.
Тритон, да ём... Подожди, по факту я не могу прописать кит, да? Кит, фо-е-никс. Да, я не могу. Офигеть. Какой гриф выбираем? Погнали сейчас на этот раз СРВ гриф 11. Чего себе ты выбрал? Но почему нет? Новый гриф. Так, ты ППС прописывал, нет? Я пропишу, да. Ладно? Не, стоп, давай, прописывай тогда. А ко мне, кстати, челик телепортируется. Давай я вообще приму. Если это будет какой-то алмазик, я тебя телепортирую. О, о! Блин, я нашел какого-то кикстартера. Саня, сразу же. Алмазника. Алмазника, подожди, сейчас я солью кикстартера. Секунду. Саня, буквально. Ноль сердечек, ну куда ты хилишься, блин? Блин, ну ты тэпнешь, ну пожалуйста, тут реально. Так подожди, Саня, мне надо сейчас его слить. Мне самому сливать или что делать-то? Попробуй, почему нет? Ладно, хорошо. А я пока что буду сливать этого челика, у него остается очень мало сердечек. Все, я его слил. Саня, 3 кейса есть у нас в кармане. Давай, а я пока продолжаю сливать. Алмазика, кстати, хорошо идет. Главное, только не в воду. У него первого есть. Блин, я долго могу пехаться, потому что он прям вообще красавчик. Сейчас. Саня, Саня, я его сливаю. Саня, свободная территория, я нашел нам дом, прикинь. Сейчас, стой, я почти слил, пацана. Ну подожди. Он умер от первого! Все! У меня плюс тритон, ну, на алмазка тритона. Все, я слева алмазника. Алмазка тритона, это чар алмаз. Подожди, это 13 кейсов мы сейчас открываем, по идее как. Нормально. Так, подожди, телепортируйся на грифше. Стопы. Здесь какой-то чувачок. Алло, ну-ка. О, еще один кистартер. Здорово. Походу, сейчас я еще будет. Я, короче, еще одного кистартера слил. Кайф вообще. Саня, посмотри, что там на табличке за кистартера. Сколько кейсов? 3. Получается, 6 плюс 10, это 16. А я пока что захожу на 6 гриф, и нам бы по-хорошему... Челикси, я не мешаю, я смотрю, не баньте. Гений. Так, ладно, все, погнали. У нас 16 кейсов. 16 попыток выбить аристократа, либо же Ариса. У нас, в принципе, должно получиться. У меня гидра выпадает. Гениально. А у тебя? У тебя тоже гидра. Гидра, да гидра тоже. Давай, открывай. Гидра. Красавчик. И гидра. Да что такое, блин? Почему одни гидры выпадают, Саня? Вот твое мнение. Ну, потому что надо еще открыть, и нам повезет в какой-то момент. У тебя вон феникс выпадает. Почему не только одни гидры дропаются? Нормально, нормально. Так у тебя пандар, что нормально? Если бы мне сейчас пандар дропался, вот это было бы нормально. Что-то я не знаю, почему так, кстати. Ну, кстати, что-то вообще мне не дропается. О, Фобос, Саня! Фобос. Так. Что такое? Что такое, ладно, Александр? Ничего, я спокоен. Я спокоен. У меня еще 10 попыток, что выпить Ариса, либо аристократ. Ну, пока гидра. Как у тебя там дела продвигаются? Ну-ка, гидра. Пандар. Видишь, у тебя что-то... Вот у тебя магнит тупо на пандара работает. Да. Гидра, у меня еще выпадает феникс. Вот после Фобоса мне начали нормальные эти выпадать. Реально. Тритон. Тритон, господи. Давай, Арис. Чекай, просто Арис. Арис. Гидра. Ну, почти Арис. Ах ты ж, Саня, ах ты ж! Да мне надо побольше открыть, у тебя вон уже фобот просто. Ну, а у тебя вот сервер тритон. Блин, да блин, ну что ж такое? Давай, что сейчас дробнет? Да, Арис, гидра, говно, у тебя тритон, нормально. Саня, давай, А, все, у тебя кейсы закончились? Последний. Последний? А, у меня еще три. У меня еще два, ладно. Гидра, последний. Кайф, у меня гидра. Да что такое, блин, гидра что-то очень часто выпадает на самом деле. Ну, давай. А меня на спауне телепортировали. Какой-то пацан, да, аристократ. А, нормально. У меня гидра, последний выпал. Все, я тоже последний открываю. Последний кейс, Саня, давай, последний кейс, тебе дропается тритон. Красавчик. Да блин, ну как так-то, ну как так? А что ты делаешь? Да посмотрел на него, присел просто. О, я тоже хочу присесть. Сейчас, подожди, стой. Я же могу смотреть, что сделать. Я могу кит фобоса сейчас прописать. Здесь за четверка. Ну да, и понятно все. Так, опа! И так, а оп, я не могу сесть. Кстати. И присесть. А что я не могу сесть? Вообще до этого можно было сесть, сейчас. Да, я видел, ты сидел. Что за бред? Саня, что за баг? Так, ладно, Саня, у меня есть... смысле? А как там? Есть чепочек! Опа. Саня, у нас плюс один кейс. Да? Да. Что-то слишком все спонтанно произошло сейчас. Чё? Подкрутый на проценты в казино забанил челик. Что? Это в казино. Гениальный бан. Ладно, все. И огнали, я кручу. Пэм-пэм-пэм. Давай, я тоже кручу. Арис, почти Арис. Пожалуйста, ты говно. Погнали, let's go. Нажимаю по ОПС, я. А я буду искать челиков по РТПНР, потому что у меня уже есть эта функция. О, я нашел как раз таки челика. Но это обычный чел, вообще, это просто... Го, это руда! Слышь, это твой подражатель, фанат. Не, я никого не нашел. А, у тебя ж по ОП это есть. Так я ж тебе рассказываю, Саня, что у меня вот опция офигенная. Я туплю. Но у нас есть один кейс уже. Сейчас будет второй кейс. Саня, второй кейс сейчас будет. Отлично. Сейчас убиваем этого челика. До свидания. 2 кейса есть. А у тебя там что происходит? Тихо. Что это сейчас было? Вы видели меня? А, у меня был ППС прописанный. Меня тпхнуло кому-то. Я слил, короче, знаешь кого? Голенького, но у него был зачарованный алмазный шлем. Ну, это голенький. Давай, короче, 3. Плюс 1. Да, 3 кейса у нас в общей сумме. Давай еще немножечко поднакопим, потому что это очень мало. У меня нашелся игрок, ты понял? И я обратно сюда, вот это баг. Вот это я понимаю. Я пока что ПВПС пропишу. И буду по РТПНР ходить, чтобы как можно больше найти челик.
Смотри, у нас еще сейчас будет очень много... Саня, телепортируйся. Телепортируйся фастом. Фастом. Давай, начинай отсчитывать. Давай, ТПУИС, давай, Саня, ну. Фух, господи, фиг пропишешь. Что давай, отсчитывай просто. Плюс еще один кейс, 4 кейса. Пятый кейс. Я еще одного слил. Раз. Шестой, точнее, седьмой. Восьмой. Восьмой. Девятый кейс. Два. Одиннадцатый кейс. Это одиннадцатый кейс. Двенадцатый кейс. Сейчас будет 13-й. Саня, 13-й кейс, камон. 4. Если я не ошибаюсь, у нас уже где-то 15 кейсов. Ну, уже 16. Сейчас я 5-го солью. Тогда будет 16. Подожди, все, 16 или 16. Слил 5-го. Сколько это, блин, я уже потерялся в счете. Ну, я слил 5-ых. А я слил дофига, много. Короче, давай 15 кейсов. 15 кейсов, окей. Ну, нормально, думаю. Вот, ребята, просто пофармились на голеньких челиков и заработали себе много донат кейсов. Короче, Саня, переходи на 6-й гриф прямо сейчас. Сейчас КТ. Какой КТ? КД, правильно, Саня. КД на яблочке. О, кстати, я как раз челик еще нашел. Сейчас будет 16 кейс. Если, блин, не 18, потому что я немного сбился со счета, но не суть важно, просто натягиваю тетиву такой на... Тетиву. Тетива. Всё, сколько кейсов? Выдавай, короче, 16. 16 кейсов. Так, все, я телепортируюсь домой. Погнали. Раз, два, три. Начинаем крутить кейсы, Саня. Мясо, Саня. Я все выкинул, ладно. Какое мясо? Просто крутим. В надежде, что мне дропнется Арис, потому что у меня уже и так есть Фобос. Надо Арис, либо Аристократ. Здесь они, в принципе, ребята, есть. Так что. Феникс, тебе ни хрена себе, вот это крутой, конечно. Ах ты ж, блин, как я так быстро этот кликаешь на кейсы? Я не понимаю. Ну, типа, блин, я не успеваю. Как ты так делаешь? Непонятно. Цербер, кайф. Ладно, все, Саня, настроились на Ариса, да. Или на Аристократа. Что тебе что... будет? Гидра тебе типа, серьезно, просто. Кронос, Саня, у тебя Кронос! Ни хрена себе, поздравляйте. Поздравляю. Почти Фобос. На, забирай вот эту свою броню. Хорошие кейсы, мне нравится, покупайте. Не, в принципе, это шансы есть. Как вы сами видите, то, что я Фобоса выбил. Вот Бандар выбивает очко бегемота. Хороший ник. Значит, едем дальше. Нам нужно сейчас прицелиться на Ариса, не на Гидру, на Ариса, либо на Аристократа. У нас есть 5 попыток. Ну, да, Саня, конечно, мы попытки. Феникс! Вот видишь, у меня удачливый кейс. Удачливый кейс. Теперь я твою попыточку застилил. Короче, смотрим. О, Кронос. И снова Кронос, нифига себе. 3 кейса еще, Саня. 3 кейса. Красава! Наконец-то кто-то до этого додумался, чтобы поставить сундук. У меня Гидра, кстати. А у тебя? Аристократ! Саня, что? Да смысле? Да, блин, у тебя удачный просто кейс. Реально, у тебя просто супер удачный. Да, вот так, детка, вот так. Да смысле, как ты... Ах ты же говнюк. У меня еще 2 кейса. Еще, подожди, еще ничего не потеряно. Может, я сейчас трошу другую. Все, закрываем, все, закрываем. Да, я своего открыл. У тебя какой-то супер удачный. Все, нельзя открывать. Все, открывай. Смотри, просто Арис, чекай, либо Аристократ. Да нет, Гидра. Отлично, спасибо. Короче, тогда отправимся в последний гриф, потому что у тебя как бы Аристократ, у меня еще Фобос. По факту ты победил, но, давай сейчас ты пропишешь какие-то Аристократа. Блин, меня напрягает немножечко, что он так смотрит. До первого слива мы играем. Да, все понятно. Я ему, смотри, что я. Все, погнали, давай. До первого кого? До первой смерти. Если тебя убивают, то все, как бы. Вино заканчивается. Тут стоять буду, все. Ну можно и так, в принципе, типа. Да не, ладно, это. А как ты думаешь, наверное, насчет поединка? Давай. Давай, заходи на 6. Давай, принимаю. И на счет 3. А, дай мне бавку. Такие же, как у тебя. У тебя есть, у тебя нету, честно, нету. А, реально. А в смысле, у тебя набор Кроноса, так. Какие-то Аристократа пропишу. У меня же Аристократ, ёлы-палы, я же забыл. Ну, я же тебе говорю, у тебя защита тройка, тебе она никуда не годится. Нормально, просто выкинул за 4. Вот, как раз таки эти бафы. Ну что, Саня, ты готов? Забиваем бафы. Саня, все, мы начинаем, если что, как бы, ну. Если ты не успеешь забафаться, это не мои проблемы. Я уже бегу. Ой, подожди. Не, Саня, все. Это смерть, это Хабелла. Кого? У тебя. Твои ставки, кто победит? Я. Ну, блин, конечно, я не играл в Майнкрафт месяц 3-4. Кстати, я тебе хорошо наношу, у тебя 20. Куда ты стрелы пошли? Туда, тебе, туда. Че, ты читер, что ли? Че у тебя голова вот так винтом ходит? Моя голова! Я так и знаю. Саня, что за комба? Ты у нас ПВПшер, что ли? Чем ладу это ПВП? Ой-ой-ой! В смысле, кто? Ой, ливаем! Да какой, Саня? Давай его накажем. Да, Саня, в смысле, помогай, давай. Ладно, помогай ему. Да помогай ему, главное. Спасибо. Ладно, давай его оставим. Давай, фастиком. Ну, он помешает просто нам в нашем ПВП, честном. Ну все. Да что, все, он где-то здесь. Вон он, ливает, вонючка. Подожди, а где он? Я его потерял. Я всех потерял. Я его потерял. Да, я всех тоже потерял. Вот он, здорово. Ничего себе. Запрятался. Ну, я вижу вас, Во-во. Все, минус тотем дал. Короче, он в каком-то этом направлении кинул перку. Он где-то наши все сидит постоянно. Он пишет спек слов. Этот, наверное, на тебя, либо на меня. В чате пишет спек слов! Я вижу, Саня. Только я не вижу. Блин, я тебя вижу, а челика не вижу. Где он может быть? А, он ливнул, все. Ладно, Саня, хороший у нас ПВП. Надо до последнего, понимаешь? Короче, все, готов? И все, погнали. У тебя же нет донок, да? Нет. Ну все, тогда просто начинаем жестко тебя комбить. Сколько сердечек, Саня? Два. Молодца. А у кого сейчас будет минус тотем?
Ой. У тебя. Зачем ты пишешь, Саня? Я Рудай Фриз. Гений. Зав... А чем он выпендривается, матерится на нас? Это неадекватное поведение на сервере Арисмай. Это хорошее поведение, Александр. Давай. Дай его забанить. Да ё-мо. Да не-не-не, Саня. У нас какой забанишь? У нас ПВП. Алло. Давай, смешной тебе. Он не верит в силу Руды. Дай забаним, подожди. Что ты делаешь? Саня, да блин. Подожди, нельзя бить лежачего. А, конечно, лежачий. Ты стоишь. Подожди, ты его навсегда забанил? Я забанил. Нормально, красавчик. Всё, так и надо. Вот теперь нормально поехали, как надо. А, ну конечно, конечно, без хилки надо. Что, ты вон меня мутузил, пока я в АФК стоял. Да, пару ударчиков это мутузит, это называется. Да что я не попадаю, блин, вообще. Прицел плавает. Ой, у меня тоже очко, ой, бегемота. Это ник мой, я прочитал. А всё, почему я тебя луком бил? А куда? Александр, куда? Ты хочешь меня зажать? Я не зажимаю, я просто стреляю с больно. Ой, у тебя что-то снеслось вроде. Да вроде. Саня, а что так больно? Ну да. Странно, и захилился. У тебя этих донок дофига, блин, так нечестно. Ну, все честно. Смотри, живой щит сейчас будет. А не, не будет, он отошел. Это разовый вообще-то, один удар. Ну да, реально. Да блин, что ты делаешь, Саня? Мне не нравится, что ты меня всаживаешь стрелы. Да что ты делаешь, алё? Не-не-не-не-не-не. Тотем пошел. Да, реально. Так это у тебя фул инвентарь тотемов. У меня-то их вообще пару штучек. Что ты не можешь даже попасть? Александр, что такое? ВП между ютуберами. Да ты задолбался своими донками. Я один раз сейчас стрелял. А, два не хотел? Там кто-то рядом. Да я вижу, сколько у тебя хп? Тотем. Все, найс, хорошо. Прогресс есть. О, Александр! Считайте, вы проиграли. А, нет! У меня тоже, видимо, треснуло. По швам. Пошло. Нет, тише. Ты со своими донками доиграешься, Саня? Да ты задолбал, блин. Давай сюда, минус тотем. Все, тут уже, Саня, предрешено все. Я без тотема, кстати, да, даже. Так, тише. Сколько у тебя этих донок? Можно вопрос? Саня, ну это... Там нечестно. Там было нечестно. Все. Переходите на два видеоролика, которые вы видите сейчас на экране. Они тоже получились не менее интересными и увлекательными. Переходите на канал Руда. Я пролил сок на компьютер. Вы скидываете деньги на компьютер. IP в описании. В общем-то, играли на Арисмайне. Все, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Саня, скажи пока. Пока.